Друзья, сколько я не пытался поймать рой пчел, но, похоже, рой пчел нашел меня. И они находятся вот здесь. Смотрите. Видите? Походу, они находятся на чердаке. Ой-ой-ой, смотрите. Друзья, привет. Сегодня у нас очень насыщенное видео. Очень насыщенное. Нам съездить, надо посмотреть ловушки. Нам надо нарвать липы и еще нарвать дубовых веников. Так как у нас липа находится рядом с дубом, обратите внимание. И надо это все успеть. А перед просмотром видео прошу вас, подписывайтесь на канал. Можете ставить лайки, если вам понравится. Если не понравится, можете ставить дизлайки. Как вам удобно. Так, все, мы поехали. Моему счастью нет предела. Я готов кричать и сжать. В нашу ловушку, в которой я точно думал, что попадется рой, он попался. Но в связи с погодой мои надежды были разбиты. И я думал, что уже ничего не получится у нас. Но у нас получилось. Я сюда сейчас не полезу. А полезу я, наверное, завтра вечером. Блин, тут не видно, наверное. Так, вон, видите пчелки? Ой, ёлки-палки. Вот, представляете, я даже не думал, что какой-то рой поймаю. Я уже опустил руки. Уже думал, все, сейчас пойдут дожди. Все, опять этот год без роя. Но случилось чудо. И он попался. Это еще я посмотрел одну ловушку. Просто началось позднее роение. Сейчас посмотрю в лесу другую ловушечку. Прекрасно. Так, ну как вы все видели, результат налицо. Теперь поедем к следующей ловушке. Я ее ставил на сосну, не знаю. Но там маловероятно, я поставил вот так, на авось. Но все равно съездим. Друзья, дошел до ловушки, это где-то 20 метров с дорожки. Смотрите, сколько дары природы. Просто под ногами, просто под ногами растет. Вы представляете, здесь вот сейчас походить можно за полчаса. Меньше, чем за полчаса набрать ведро. Просто мне здесь, я здесь в шортах, из майки мне просто задолбали о воде, и жарко. И еще активизировались змеи. Я сейчас увидел двух больших змей. Ну, у нас гадюки, они относительно ядовитые, условно ядовитые. Но все равно неприятно, когда укусит змея. Но одна радость, что у нас сегодня попался рой. О! Вроде вода. Давайте попьем. Друзья, я буду молча. Хэп. Ну что не сравнить? Поедем. Так, зашел проверить наш крольчат в вольере. Никак не застану у них маму. Ну, вижу, они все вроде бы полненькие, сытые. Да, у нас еще очередное пополнение. Это
было где-то 2 дня назад, у нас родились малышики-бальчиши еще одни от нашего белого кролика. Сейчас я покажу. Ну, не то чтобы покажу, проверю, как они. Все живы, здоровы. Вот смотрите, какие они. Ой, тихо-тихо, господи, чуть не уронил. Вот смотрите. Вот они, лысенькие еще. Ой, ты какой червячок, подвижненький. Так, вроде все нормальные. Сейчас я проверю, все они чувствуют себя все хорошо. Так, ладно, все нормально. Так, эти у нас крались где-то 3 дня назад. А вот эти, сейчас покажу, уже чуть побольше. Тоже у нас вот в этой маточнике. Такие худые-то. Мамка, так, что все, мамок мы посадили. Давайте включим свет. Пускай они там попьют молочничка. Вторая мамка. Тоже пьют. Но мы пойдем убирать липу. Друзья, липа до конца еще не раскрылась. Смотрите, видите, сейчас покажу. Вот. Я надеюсь, завтра, когда мы привезем вечером рой, пчелки будут летать по ней. Но интересный факт, что в городе липа уже почти отцвела, а здесь только начала цвести, в деревне и в лесах. Почему? Не знаю. В принципе, можно приехать просто в город, в какой-нибудь парк и набрать тех же соцветия липа. Но это все не то, потому что там ездит транспорт, эти все газы автомобильные, все тяжелые металлы оседают на этих цветках. А здесь, в экологическом чистом месте, липовый цвет – это то, что нужно. Мы обрезаем вот такие веточки. Чем больше обрежем, тем лучше. Ну и, соответственно, они потом вырастают еще пышнее, лучше. Прошлый год из-за своей лени я мало собрал. И когда зимой просто хотелось попить чай с медом и с липой, у нас она быстро закончилась. А с ней чай сушеный очень классный, очень хороший. Даже если вы болеете. Помню, в детстве, когда я болел, постоянно я пил чай с липой. Лучше всяких лекарств. Не знаю, может быть, это просто плацебо, а может, и реально действительно помогает. Еще мы попозже заготовим мяту. И на зиму у нас будет вкусный чай. Кстати, еще надо сесть за иван-чаем. Я знаю, где он растет просто очень много. Давайте собирать. Да, кстати, у нас безотходное производство. Тот цвет, который мы соберем, мы его расстелим на чердаке, и будет у нас сушиться до лучших времен. А ветки мы отдадим кроликам. Кролики очень хорошо и прекрасно едят липу. Это для них лакомство. Да, так как у нас здесь еще есть дубочек, молодые веточки, мы сейчас тоже сделаем несколько десяточков веников. Ну, раз мы здесь на крыше. Вот я здесь собираю, прям здесь пчелы летают. Красота. Благодать. По-быстренькому. Ну. Thank you.
Итак, друзья, свиньку мы разобрали с двум. Сделали. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9 штучек сделали вот таких вот. Вроде кучка такая большая была. Так, с липой тоже осталось немножко. У нас есть подмога. Так, кучку еще одну отнесли. А вот эти все палпинги мы дадим сейчас королюшкам. Им очень нравится дубок. Пойдемте дадим им дубок. Посмотрим, как они будут есть листья. Я им дуб давно не давал. А я не помню, давал я им дуб. Друзья, как вам дубок? Блин, не боитесь. Смотрите, как лопают. О, это я вам еще липу не дал. Жердяйчики мои. Комары вас зажрали. Чего делать, не знаю. Что ты выглядываешь? Иди. Иди сюда. У мамка вылазит из маточника. Лази потихонечку. Не разобейся. Не разобейся. За дубком. Учуяла. Не бежи скорее. Надо им тут что-нибудь сделать. Пошире. Ну что, насытились, хоть крольчатки-то. О, ну-ка. Ну да, животики полнее стали. Вот. А ты что улеглась? Ты не раздавил наших малышей-то? А, нет. Фух. Что-то сегодня день вообще сумасшедший был. Фух. Ну что? Под гнет ложить не будем. Пускай тут они пока подсушатся. Уляжутся. Там потом их подвесим. Что, друзья, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Завтра будет новый день.